Я, во-первых, хотел бы отметить подпроект АТВ, который начал показывать каждый район с его особенностями, с его спецификой, с его преимуществами какими-то. И начинается вот с Акинского района. Акинский район, ну, такой, один из особенных нашей республики. Это горный район, самый далекий район. Там другая природа. Да, то есть единственный район, где у нас там есть барсы, допустим, да, снежные. Вот, там больше яки, чем коровы. Да, и, ну, вообще другой район. Вот, удивительные там водопады. Да, там есть водопад, который с дороги не видно, а он в районе Хужир. Да, то есть очень красивый, очень самобытный район. Интересные очень люди в районе. Ну, мне кажется, этот район должен посетить каждый. Просто побывать там хотя бы один раз, потому что, ну, много интересного так даже не расскажешь. Это надо чувствовать, этим надо дышать, это надо видеть, ощущать. Так что Акинский район – это здорово.